Да, меня реально как будто хоронят. Кто-нибудь реквием включите, пожалуйста. Только не лицом, Паш, нет, зачем ты подставляешь лицо, Паш? Ну насрать. Паш, я тебя спасу. Паш, на голову. У меня белая рубашка. Совершенно дикий футболист, блядь, в сапогах кирзовых. Откуда мы начинаем? Лёг... Пишем. Давай. А вот, собственно, и сам Багор. Курение убивает, блядь. Последнее. Все, Паша, это твоя последняя была. Мотор. Ну что, Холмс, дело вроде интересное получается. Не просто интересное, Ватсон. Ну что, Холмс, дело вроде интересное получается, да? Не просто интересное, Ватсон, а очень интересное. Видите эту женщину? Ее зовут Ирин Адлер. Когда я говорил о более-менее значимых преступниках, я имел в виду людей, как она. Блять, заново. Видите эту женщину? Ее зовут Ирин Адлер. Когда я говорил о более-менее значимых преступниках, я имел в виду именно людей, как она. Опять? Блять, да. А вот ее приятель, мне кажется, он и есть убийца нашего спортсмена. И что теперь? Я за женщиной, вы за рыбаком? Да, именно так. Можно туда бы сказать наоборот. Мотор! Видите эту женщину? Ее зовут Ирин Адлер, я уверен, она замешана в нашем деле. Когда я говорил о более-менее значимых преступниках, я имел в виду именно ее. А вот ее приятель, мне кажется, это и есть убийца нашего. Че ты ржешь, блядь, здесь-то чего ржать? Я ничего смешного не скажу. Пидарьё, блядь, понабрали по объявлению. Что смешного было? Что смешного? Ты-то чего ржешь? Я уже не могу, я на износ работаю. Пашенька! Ну кто так поставил? Ну, если ногу чуть ли не сломал. Все очень просто, если быть внимательным. Мити. Ну давай. Идет мотор. Космический! Я тебя большая, ты сможешь меня? Не морочь мне голову, вам не удастся меня обольстить. Вы уверены, что хотите наказание? Мальчик мой. Разумеется, уверен. Накажи меня. Ага. Ну чё? На чём мы, как там? Вы уверены, что хотите? Вы так жаждете правды. Вера! Я готова. Пишем. Аромат миндаля, ванили и орхидеи. Моя дорогая Ирен, ты меняешься. Ты самая красивая женщина на этой планете. Да, согласен. Где он сейчас находится? Я предвидела, что такая ситуация. А что смешного, я не могу понять? Что на то ли... Ладно, я понял. Блядь, пуэр, короче, иди снимай. Не-не-не-не-не, Саш, мне с тобой лучше. Я басу сейчас уже, я в туалет хочу, ты понимаешь? Шерлок Холмс и доктор Ватсон. И Ирин Адлер. Давай, скажи. Уроды. Я и есть Мариарти. Я есть Мариарти. По-моему, охуительно. Мотор идет. Бросайте оружие, блядь. Бросайте оружие. Вы арестованы, мистер Шерлок Холмс. Или как вас лучше называть?
Пошел ты нахуй. Бросать оружие в арестованное, я тебе твою мать! Мистер Шерлок Холмс! Прощай со всех вокзалов. Поезда! А что ты тебе сейчас предоставишь? Оформили себе комнату. Чёрный пистолет! Чёрный пистолет! Сука! Чёрный пистолет! Достаточно подрочен. Спасибо. Нихуя не видно, да, что я пистолет не держу, а? Хуёмно. Шеф, вам лучше самому взглянуть на это! Мудак, ты имеешь у меня удочка в жопе, блядь, а ты, блядь, смеешь. Шеф, вам лучше самому взглянуть на это! Сука! Шеф, вам лучше самому взглянуть на это! Господи Иисусе, у него что, удочка в жопе? Шеф, вам лучше самому взглянуть на это! Господи Иисусе, у него что, удочка в жопе? Чёрный пистолет! На духе бога не нагрузку, чёрный пистолет! Чёрный пистолет! Чёрный пистолет! Там где река, где самый навороченный документ! Чёрный пистолет!